Ключ к новой, более комфортной трудовой жизни. Виталий Фомин за 20 лет работы механизатором знает цену техники. Теперь спахивать землю будет на редком для местных полей тракторе. По сравнению с российской техникой, конечно, зарубежная техника намного лучше. Хотелось бы, конечно, чтобы российская дошла до такого уровня. Плуг, прикрепленный к трактору, рассчитан на большие объемы работ. Этот плуг, сделанный в Германии по последнему слову техники, теперь будет спахивать аркадакские поля. Но из-за своей немалой стоимости это чудо техники в районе купил пока лишь один сельхозпроизводитель. С землей, я считаю, что нужно работать как с маленьким ребенком. В нее надо вкладывать, ее надо любить, а потом от нее уже получать то, что мы хотим. Руководитель местного передового хозяйства пополнила редким экземпляром не только автопарк, но и штат работников. Теперь в ее хозяйстве есть молодой специалист-механизатор. После того, как закончил университет, долго думал, ну и пришел к выводу, что все-таки должно мне понравиться. Ну и, в принципе, не ошибся. В принципе, сейчас все нравится. Вот техника поступает новая, работать, в принципе, легко. Заманивает местных сельчан доступностью технического прогресса. На поля аркадака пригнали лучшую сельхозтехнику со всей области. Имеется диск радиальный с вырезами, который позволяет использовать стелку, в данном случае при использовании, значит, посева, жмыхи и, соответственно, когда какие-то попадают комочки, то есть это врезание в почву идет. И все для того, чтобы в этот успешный по прогнозам производителей год собрать рекордное количество пшеницы, ячменя и подсолнечника. Влада Черняева, Александр Пиченко, ТВ-центр, Саратов.